Глава Северского сельского поселения Алексей Анашкин отчитался о работе за прошедшие 6 месяцев текущего года. Встреча с жителями поселения прошла в здании Дома культуры станицы Северской. Присутствовал и глава района, и представители ресурсоснабжающих организаций. Не секрет, что главная проблема станицы сегодня – это водоснабжение. Особое внимание в своем докладе Алексей Анашкин уделил именно этому вопросу. Летом вышли из строя сразу несколько артезианских скважин водозабора. Из 16 в штатном режиме сейчас работают только 11. Близкий конец 3 из них, отработавших свой эксплуатационный срок, предвидели давно. Администрация поселения готовилась к этому. И в начале текущего года мы подали документы на вступление в краевую программу софинансирования развития водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края. В мае 2023 года денежные средства из края на капитальный ремонт 3 неработающих скважин поселением получены. Приступили к капитальному ремонту сразу, и на сегодняшний день одна из скважин практически готова. Через пару дней ее запустят, ожидая значительного облегчения ситуации. На стадии завершения работ находится вторая ремонтируемая скважина, и в конце августа приступят к капитальному ремонту третьей. Еще 3 скважины водозабора планируют отремонтировать уже в следующем году. Тоже благодаря поддержке края. Собственного бюджета не хватает. Вы же думаете, что нет у нас желания, чтобы вода у людей была или тепло было? Да мы с удовольствием, пожалуйста. Но столько у нас целей и задач, что в большом сожалению не хватает на все сразу. Но мы стараемся вступать и в программу, и проектироваться, и так далее. Понятно, процесс не быстрый, но планомерно, поступательно мы двигаемся. Тем временем закрытым остается детский сад номер 42. Там установили систему накопления и очистки воды. Но санэпиднадзор до сих пор не дает разрешения на ее использование. В результате перебоев с водоснабжением до 3 часов дня работает сейчас и сад номер 4. Как родителям, работающим, быть с детьми, если некому оставлять, когда вопрос с водой будет решен? Это вынужденная мера, конечно. Как только будет нормализован процесс подачи воды, 4-й сад будет работать в штатном режиме. Директор компании СИД, обслуживающий водопроводно-канализационные сети, Станислав Соломко рассказал, что в 4-м саду в перспективе будут устанавливать систему накопления воды, аналогичную с той, что успешно работает в Центре развития ребенка станицы Северской и саду номер 14. Для удовлетворения нужд жителей в поселении организован ежедневный подвоз воды. Подвоз воды у нас осуществляется как с утра в машину, в 8 утра водитель выходит на работу. Мы едем, заправляемся на скважине, то есть набираем бочку либо 2000 литров, либо 3000 литров и развозим по домам. Водитель у нас к этому очень ответственно относится. Я сам лично в выходные дни не раз проверял, как у нас эта вода доставляется. Тем самым тех, кто сомневался в качестве подвозимой воды, уверили, что набирают ее из работающих скважин, вода в которых систематически подвергается проверкам и анализам. Люди просили разобраться с ситуацией повышения цен на воду в автоматах. Управление малого бизнеса отработает с предпринимателями данный вопрос, соберем и обсудим, почему они так поступили. Что касается водоснабжения, Алексей Иванович пояснил. Ситуация действительно нестандартная, аварийная, но мы все силы прилагаем для того, чтобы ее поскорее ликвидировали. Прозвучал вопрос о работе давно уже требующих реконструкции очистных сооружений станицы Северской. Говорили, что нас включат программу там какой-то по поводу канализации. Ничего не делается. 10:30 выйти на улицу нереально. Запах стоит на всю округу. Люди задыхаются. Северским сельским поселением разработан проект на реконструкцию очистных сооружений, на строительство даже новых очистных сооружений мощностью 5000 кубических метров в сутки. В настоящее время проект имеет положительное заключение государственной экспертизы, и Северское сельское поселение готовит пакет документов для того, чтобы вступить в краевую программу на софинансирование строительства данного объекта. Что касается действующих очистных сооружений, то эксплуатирующая организация планирует провести ряд ремонтных работ. Волнуют жителей и состояние ливневых водоотводов в центре станицы. Осень, все, мы будем там тонуть. Рынок за рынком, ДК, перед ДК автостанция, мы тонем.
То ли мы ни первый, ни второй, ни третий, ни четвертый робот. Всю жизнь нам эта проблема. Как она будет как-то решаться? Нами проведено обследование, и мы нашли проходящие там линиевые трубы. Но они, к большому сожалению, не стоят на балансе сельского сельского поселения. Сейчас сельское сельское поселение предпринимаются меры для того, чтобы их поставить на баланс, и они могли их обслуживать. Также во время встречи звучали вопросы по сфере здравоохранения, работе энергоснабжающей организации и регулированию количества бродячих животных в поселении.